Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию обзор кроссовок для бега Saucony Hurricane ISO 2. Эта модель просто напичкана различными технологиями, а каждая из них по порядку. Итак. Верх кроссовок пошит из тонкой синтетической сетки и усилен полиуретановыми вставками на фронтальной части кроссовка. Каркас здесь усилен вставками из искусственной кожи. Здесь также имеются отверстия для шнурков. Шнурки плоские, тканевые. Задик снаружи имеет пластиковую вставку для фиксации пятки. Сверху над вставкой имеется рефлективный элемент для бега в темное время суток. Основная часть язычка изготовлена из специальной сетки по технологии Изофит, которая соединяет язычок и систему шнуровки для комфортной фиксации стопы во время движения. Подкладка выполнена из ткани по технологии Run Dry, которая должна отлично отводить внутреннюю влагу при беге. Внутри имеется достаточно толстый слой мягкой набивки. Стелька здесь съемная, она изготовлена из пенки с текстильным слоем сверху. Она имеет анатомическую форму. Под стелькой над подошвой имеется слой материала, который тактильно и визуально напоминает пенопласт, но он очень мягкий. Промежуточный слой подошв выполнен по технологии Everrun и TriFlex. Эти две системы, как заявляет производитель, должны существенно улучшить амортизацию, гибкость и тракцию. Подметка выполнена из очень плотной резины по технологии XT900 и IBR+. Страна производства этой модели – Китай. Теперь давайте посмотрим, как эти Hurricane будут смотреться непосредственно на ноги. Это был обзор кроссовок Saucony Hurricane ISO 2. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Большое спасибо за внимание!